Больше, чем на 10%. Как рассчитали в Анапском отделении пенсионного фонда, средний по Кубани размер соцпенсии после повышения составит 7694 рубля. Пенсию детям-инвалидам назначат опять же в среднем в размере 11 445 рублей. Инвалиды войны с двойной пенсией будут получать примерно 27 773 рубля, а фронтовики в среднем по 31 830 рублей. При этом тем пенсионерам, чей доход окажется ниже прожиточного минимума, установят федеральную социальную доплату.